Старшыня аблвыканкама Геннадзь Салавей сёння сустрэўся з бацькамі пацыентаў Мазырскага цэнтра рэабілітацыі інвалідаў Вясёлка. Сёлета райвыканкам прыняў рашэнне перавесці пацыентаў у іншыя установы, а ў будынку адкрыць дзіцячы сад, што выклікала неадназначную рэакцыю ў бацькоў. Галоўная мэта прыезду старшыні аблвыканкама – вырашыць праблему і прыняць узаемапрымальнае рашэнне. Нашы корэспандэнты наведалі Мазыр. Полная назва установы – Центр медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологичными захворываниями. Его открыли амаль чвэрць стагоддзя тому, у верасні 1995 года. Сёння он працует по принципу дзённага стационара. Звычайно, молодые люди с обмежованными физическими магчимостями трапляюсь у центра по накированию территориальных поликлиник. Кожный пациент проходит деталевое обследование специальной комиссии, у состав якой уваходят урачи, психологи и наставники логопеды. Зараз у реабилитационном центре 51 человек. Правда, подчас эпидемичной ситуации его наведывают только каля 70% из них. У гэтым годзе Мазырскі райвыканкам прыняў рашэнне перавесці пацыентаў у іншыя установы, а ў будынку адкрыць дзіцячы сад, што выклікала неадназначную рэакцыю ў бацькоў. Галоўная мэта сустрэчы з імі старшыні аблвыканкама – вырашыць праблему і вызначыць узаемапрымальнае рашэнне. До конца года она не будет закрыта. Объясняю, почему. Потому что мы рассматриваем вопрос перевода его потом Радуги в центр реабилитации. Он будет называться центр реабилитации. В том же здании. Но этот будет центр реабилитации. Он перейдет с системы здравоохранения. Он будет подчиняться нашему управлению по социальной защите. Мы его со следующего года будем, в текущем году мы будем разработки документов, и это будет центр реабилитации. Готовятся документы, мы это детально изучаем, покуда все это в проекте. Но я думаю, к концу года уже все это будет. Таким чином, рашение Мазырского райвыканкама об закрытии с 1 липня реабилитационного центра Вясёлка отменено. Проект створения нового центра уже областного подпорядкования практически створены. Необходимо удокладнить некоторые правовые аспекты. У приватности размова идет об работе с инвалидами, которые имеют особливо тяжкие захворывания. Одночасово старшиня аблвыканкама пообещал оказать финансовую поддержку новой установе. И она будет заниматься не только звычайным утриманием молодых людей, але и развитием их здольностей. Батьки детей инвалидов звертаюць на гэта асаблівую увагу. Яшчэ некалькі гадоў таму выхаванцы Мазырскай Вясёлкі прымалі ўдзел і часта перамагалі ў розных творчых конкурсах. Але зараз адпаведная работа практычна не праводзіцца. Мы займаемся адной справай, а таму павінны дапамагаць адзін аднаму на карысць нашых дзяцей. З гэтымі словамі старшыні аблвыканкама пагадзіліся, здаецца, усе ўдзельнікі сустрэчы. Хочу выразіць большую признательнасць за то, што Геннадзій Міхайлавіч все-таки посетил Мозырь. Это действительно для нас очень важная встреча, что сам губернатор понимает сложившуюся в Мозыре проблему и откликнулся и помогает найти пути ее решения. Это в первую очередь. Губернатор озвучил, что центру в Мозыре быть. Это для нас очень важно. Центр будет реорганизован. Мы просто поддерживаем на ура это предложение губернатора. Со своей стороны, как родители, мы готовы оказывать какую-то посильную помощь, вносить какие-то конструктивные предложения. Все-таки мы, как никто, понимаем, какой уход нашим детям нужен, что для них лучше, что для них хуже. Возможно, к нам прислушаются при вынесении каких-то изменений в работу центра. Мы тоже будем очень благодарны за это Геннадию Михайловичу. И вообще я считаю, что по прошествии 2,5 месяца с момента того, как в Мозыре впервые узнали о ликвидации центра, то, что все-таки на нас обратили внимание, то, что на государственном уровне понимают, что такие центры в республике должны быть, что все-таки в нашем государстве уделяется внимание людям с ограниченными возможностями. Это для нас очень важно, и мы это очень ценим. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра.